Главный пост караула в России располагается у Московского Кремля, возле могилы неизвестного солдата, где горит вечный огонь. Караул несут военнослужащие Кремлевского полка с 8 до 20.00 при любых погодных условиях. Целый час солдаты стоят без движения. Затем происходит смена караула и трехчасовой отдых. Караульные одеты в особо парадную форму президентского полка, которая не приспособлена для эксплуатации при высоких значениях температуры в летний период и при отрицательных в зимние холода. Как же тогда они не мерзнут в сильные морозы и не перегреваются в жару? Военные всегда стоят на одном определенном месте и не оставляют его ни при каких обстоятельствах. Чтобы их служба была максимально комфортной, пост оснастили специальными нагревательными элементами. В плитку, на которой стоят солдаты, встроили радиаторы, которые зимой обогревают караульных, а летом, наоборот, не дают перегреться. От осадков и непогоды защищают стеклянные сооружения. Установленные внутри обогреватели не дают замерзнуть в холодное время, создавая дополнительное тепло. Контроль за происходящим на посту осуществляется посредством камер видеонаблюдения. Также постоянно наблюдают и за военнослужащими. Пока солдаты на посту, они должны быть молчаливы и неподвижны. В случаях ухудшения самочувствия они могут использовать условные жесты, которые дадут понять их командиру, что нужна помощь. В иных случаях пост покидать они не имеют права. Постовые вооружены самозарядными карабинами Симонова СКС-45. Вес такого оружия около 4 килограмм. Но в последнее время вместо настоящего карабина используют муляж. Защищаться при этом солдатам можно прикладами и штыками.